В Йемене мы поехали в пустыни рядом с Аденом, в регион с постоянными и сильными ветрами, где находилось несколько поселений. Их дома примитивные, деревянные и очень дряхлые. Там ты практически не можешь нормально открыть глаза. Тяжело просто идти при таком ветре и песке, не говоря уже о том, чтобы жить там в этих хижинах. Когда я шел, мне вдруг открылось удивительное зрелище. Старая женщина сидит со своими вещами, одеждой и постелью посреди пустыни. Нет никакого укрытия или хотя бы навеса, который бы ее закрывал. Она живет посреди пустыни без ничего? Знаете ли вы, сколько ей лет? Уже больше ста. Машаллах! Как она может терпеть такую жизнь в столь преклонном возрасте? Что она будет делать, если возникнут какие-нибудь вполне естественные обстоятельства, например, если пойдет дождь? Что она тогда будет делать? Я спросил ее, где твои дети? Она ответила, живут в городе. Почему они к тебе не приходят? Она сказала, они меня не навещают. У тебя есть кто-нибудь из детей, с которыми мы можем поговорить? Я спросил ее, возможно, ты с ними слишком строга, хотя это, конечно, не оправдание. Может быть, ты была к ним слишком строга, сказала им что-то, из-за чего они разозлились? Ничего такого им не говорила? Она говорит, однажды люди дали мне милостыню, какую-то сумму денег. И я обрадовалась. Мой сын пришел ко мне и попросил у меня эти деньги, чтобы починить свою машину. И я отдала ему все. Братья мои и сестры, сейчас я боюсь не за нее. Я знаю, что Аллах более милостив к ней, чем я. Я клянусь Аллахом, боюсь за ее детей. Боюсь, что их постигнет наказание Аллаха. И я попросил ее. Я сказал, прости своих детей, я прошу тебя, прости их. И она сказала, да, я их простила. Прости их, чтобы Аллах не наказал их в судный день. Прости их, пусть они освободятся от этого времени. Хорошо. Да воздаст тебе Аллах благом. Ты их простила? В тот момент мое сердце немного успокоилось. Я клянусь Аллахом, никому не желаю наказания Аллаха в судный день. Я спросил ее, чем я могу тебе помочь? Чего бы ты хотела? Она ответила, у меня один глаз плохо видит. Конечно, она не может хорошо видеть. Да я сам не мог нормально открыть глаза посреди этой пустыни и песка. Она такая старая женщина. Постоянно жила в этой пустыне, пока у нее не испортился глаз. Можно было бы легко пойти с ней в офтальмологическую больницу, и эта больница находится в Адане, чтобы там ей вылечили глаз. Но что будет после того, как она выйдет из больницы? Она вернется в пустыню, одинокая, со своим престарелым мужем? Это было бы не коренное решение. Я стремился к тому, чтобы она обрадовалась своим детям еще до улучшения зрения. Я желаю ей, клянусь Аллахом, исключительно того же, чего желаю своей матери, чтобы она жила в уважении и почете, особенно если учесть, что ей больше ста лет, братья мои и сестры. Клянусь Аллахом, я бы хотел, чтобы она ощутила сладость почтительного отношения детей, которую вкушают ваши матери, да сохранит вас Аллах. Я знаю, что ей этого очень не хватает. Я спросил ее мужа о самом близком к ней сыне, и он сообщил мне, что есть один сын который приходит к ней раз в неделю. И я поехал с ним к нему домой. Сейчас мы едем к этому сыну, и иншаллах мы застанем его дома. Уважаемый, вы, конечно, знаете, где он живет? Это его дом. А, да, это его дом. Сын. Мы прибыли к дому сына. Постучали в дверь, никого нет. Где он? Люди сказали, что он поехал ловить рыбу на берегу Аравийского моря. У него там хижина, где он держит приспособление для рыбалки. Я отправился туда вместе с его отцом. Мы шли долго. Это было тяжело для такого пожилого человека. Честно говоря, сын нас хорошо встретил. Асаляму Ас алейкум. Добро пожаловать. Али? Как дела? И я начал с ним беседовать. Мы договорились нанести семейный визит его матери твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и родителям делать добро. Маша Аллах, ты знаешь этот аят, и ты, Маша Аллах, ловишь здесь рыбу, добываешь себе удел. А широта удела связана с благочестивым отношением к родителям. И к ней пошел отец, сын и внук. И действительно, мы поехали к ней, и я радовался. Хотел как можно быстрее передать ей хорошую новость. Уважаемая, ассаляму алейкум как ты? Я привел к тебе твоего сына и дочь. Ассаляму алейкум. Как у тебя дела? Хорошо? И я взял ее в больницу, чтобы она смогла увидеть, как они заботятся о ней заботятся ее дети обоими глазами. Лучшее из того, что ты можешь увидеть, это благочестие к родителям. Ты можешь сильнее всего обрадовать свои глаза, увидев, как сын пришел к своей матери, помог ей, взял ее с собой, попытался лечить ее, обрадовал ее и заставил ее улыбаться. Это лучшее, что ты можешь увидеть. Невозможно описать наши чувства сейчас, чувства членов съемочной группы. Мы вместе поехали в больницу, чтобы осуществить ее мечту, и чтобы она хорошо видела, так же, как и раньше. Врачи начали обследование. Ее подготовили для операции. Она зашла в операционную. И Аллаху принадлежит вся хвала и милость. Операция прошла успешно. Хвала Аллаху. Настал день, когда она снова смогла хорошо видеть. Уважаемый брат, уважаемая сестра, лучше, чем я могу завершить эту серию, это обращение к вам с одной просьбой. Пожалуйста, бойтесь Аллаха в отношении матерей. Мать может не жаловаться тебе, она может не сообщать тебе, насколько нуждается в тебе. Это должна быть твоя задача. Пойди к ней сейчас. Пусть она услышит от тебя твои лучшие слова. Покажи ей свои лучшие улыбки. Я обрадую тебя. От своих детей ты увидишь в точности такое же обращение, какое сейчас практикуешь с ней. Если ты относишься к ней хорошо, тогда и твои дети будут относиться к тебе хорошо. А если плохо... Твои дети поступят с тобой так же. Я прошу Аллаха сделать всех нас добродетельными и благочестивыми к нашим родителям. О Аллах, помилуй наших матерей. О Аллах, сохрани тех из них, кто жив, и прости тем, кто скончался. О Аллах, сделай нашу встречу с ними в высшем фердаусе. О Аллах, прости нашим матерям и отцам. О Аллах, помилуй их, ведь они растили нас, когда мы были детьми. О Аллах, мы просим Тебя, чтобы наши дети были благочестивы с нами. О Аллах, собери нас вместе под тенью Твоего трона в день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. О Аллах, пусть книги наших деяний будут переданы нам с правой стороны. Сделай Наш расчет, облегчи нам переход через Сарат, и сделай нас из числа тех, кто посмотрит на тебя в судный день, на седалище истины возле всемогущего властелина. Аминь, у Аллах, и хвала Аллаху Господу миров.